В областном центре велолюбителей немало, а потому для них и для тех, кто еще только думает пересесть на экологически чистый транспорт, создается комфортная и безопасная велосипедная инфраструктура. Однако так было не всегда. Еще год назад проблема непоследовательных и нецельных веломаршрутов стояла остро. Чтобы улучшить ситуацию, представители организации «За Велобрест» разработали свою карту велоинфраструктуры. Прошел год, и значит сейчас самое время подвести итоги. На данный момент вот то, что мы продвигали с этой картой, то, что мы видели, что есть разрывы в связи между микрорайонами, что есть места активного использования велосипедов, а там проехать невозможно. И стало таким рейтинговым опросом среди жителей Бреста, по итогам которого было сформировано обращение в горисполком и выбраны точки, которые наиболее, скажем так, востребованы среди жителей Бреста и которые требуют как раз-таки в первую очередь внимания. И было принято решение, что в момент реконструкции как раз-таки участков будет приглашаться представители учреждения «За Велобрест» для того, чтобы, скажем так, получить определенные рекомендации по именно велоинфраструктуре на данных участках. А значит, результат от создания дорожной карты велоинфраструктуры есть. Да еще какой. Теперь при реконструкции городских объектов без активистов «За Велобрест» никуда. Только совместными усилиями удастся избежать типичных ошибок. Ведь грамотное распределение сети велодорожек – один из важных моментов, который определяет качественную систему жизни в городской среде. Но и на этом инициативы для велолюбителей не заканчиваются. Было обращение инициативной группы «За Велобрест» в плане того, что инфраструктура Беловежской пущи на сегодня позволяет организовывать велосипедные прогулки, ну и расширить, скажем так, спектр оказываемых услуг в плане отдыха и, может быть, получения каких-то положительных эмоций. Единственное, чего не хватало, возможности безопасно перевести свое двухколесное транспортное средство. Теперь и эту проблему решили. Отправиться в путешествие и прокатиться по пущанским тропам на своем велосипеде стало возможно. Все, что для этого нужно, умение снять переднее колесо. С остальным помогут водители. Конечно, будем оказывать. Есть весь инструмент, который надо, колесо открутить, там все приделаны, крепления, чехлы куплены, чтобы велосипеды дорогие, чтобы не поломались, там, привязывается, чтобы она не упала. А значит, все условия, чтобы безопасно довести как пассажиров, так и их ценный багаж, будут соблюдены.